Привет! С вами Донской союз армянской молодежи и я, Каролина. В преддверии 245-летия основания города Нахичевань-на-Дону команда ДЭСАМ организовала историко-познавательный квест, в котором участники – это активисты, члены, друзья и студенты крупных вузов города Ростова-на-Дону. Но прежде чем мы перейдем к заданиям, подпишись на наш канал, ставь палец вверх и жми колокольчик, чтобы не пропустить наши следующее видео. Мы поделили участников на 4 команды. Каждая команда имеет своего куратора, который будет не только помогать им, но и следить за тем, чтобы участники не нарушали правила. Старт игры был подан глубокой ночью, когда к каждому участнику на телефон пришло сообщение с шифром о первой локации, куда им нужно будет прийти. Перейдем к заданиям квеста. Первое задание на дедукцию и знание истории Нахичевани. Второе – ребус на поиск следующей локации. Команды стартуют параллельно. На решение задания дается максимум 30 минут. За правильный ответ в течение 30 минут участники получают 2 карточки, которые обязательно пригодятся им позже. Если время выходит за 30 минут, участники ничего не получают. Команда может запросить одну подсказку, однако в таком случае получит одну карточку вместо двух. Команда получает ребус только при решении задания. Ребус выдается в любом случае после 30 минут от начала задания, но в этом случае команда карточки не получает. Теперь поговорим про ребусы. На решение ребуса отводится также 30 минут. За правильное решение ребуса участники будут получать баллы. Если команда находит локацию за 30 минут, дается 2 балла. Если берет подсказку, минус 1 балл. Если команда не дает ответ в течение 30 минут, 0 баллов, и куратор ведет их на локацию. Но при таком раскладе команда дает фору другим командам и не зарабатывает баллы. Цель игры – дойти до конечной точки с помощью шифра. Побеждает та команда, которая первая доберется до финальной точки. Важно! Пользоваться телефонами нельзя. Если куратор видит нарушение в первый раз, то отнимает у команды 2 балла. Если видит во второй раз, то команда выбывает из игры. Три, два, один, старт! Так, ну что ж, я уже подхожу к первой локации. Это у меня родильный дом. Но я так думаю, что потому что задание было сказано там, где жизнь начинается. Я уже кого-то там вижу. Вот они стоят. Вас звать не хочется, потому что с утра увидела что-то про дисквалификацию. И так что очень аккуратно мы двигаемся. Строим четко, соблюдаем. Даже раньше на 10 минут пришли. Здравствуйте. Знаете, когда шла, думала, блин, это круто. Сделали такой мини-естественный отбор, кто поймет, кто придет, кто не придет, тот до свидания. Вот, да. Это куратор? С черными пиджаками. Она пришла такая, ты куратор? Я такая, нет. Чтобы мы прям круто сыграли в этот квест, и если есть соревнование здесь какое-то, чтобы мы выиграли. Да мы 100%! Вот и наши кураторы в черных пиджаках. Это мы на квесте. Вот, проходим. Скоро остался один человек, чтобы мы прошли квест. Значит, то есть квест. Вот, все впечатление. Мне все очень нравится, пока интересно, весело. Вас ожидает ряд вопросов и заданий. Первый – на дедукцию и знание истории Нахичевани. Важно. Пользоваться телефонами нельзя. Если куратор видит нарушение в первый раз, то отнимает 2 балла у команды. Если видит во второй раз, то команда выбывает из игры. Значит, первое задание. Вот ваше первое задание. Ага. Читайте. Капитану. Капитан, да, давай. Я буду, да. Оно – средство передвижения, которое использовали все государства с античных времен. Именно в средние века оно стало распространено в Армянском королевстве. Более 15 лет назад, а точнее 16 лет, 9 месяцев и 4 дня назад, оно появилось в центре нашей исторической родины. Горожане смогли на время переместиться в 13 век. Утром, идущие по своим делам, ереванцы с удивлением обнаружили его. Площадь. В центре Еревана Хисуса МФО, да, республиканская площадь, на ней что, ничего нет. Фонтаны. Фонтаны тоже средство передвижения. Может быть, что-то связанное с мореходной, что может быть, музей русско-армянский что-то есть? То есть это вот в центре? Это трамвай, может быть, трамвайные пути, здесь же трамвай. Но хотя нет античность, какая античность? Это чат GPT.
В центре Еревана. Да, трамвай, трамвайные пути в Ереване есть. Давайте мы отвечаем, пожалуйста. Это что-то водное, это что-то водное. В античные времена это все. А в Армении откуда они использовали это? Лодки, в смысле Севан, лодки. Нет, Севан, они лодки, идущие утром, идущие по своим делам, они случайно увидели. Почему именно Ереван? Мы же не... Ереванцы с удивлением обнаружили его. Хорошо, с удивлением. Вот ты просыпаешься в центре Еревана и такой... Идешь на работу и что? И такой, нифига себе, трамвай! Ну какие-то, я не знаю, ну какие-то, ну античные. Что какое-то средство передвижения, что было раньше. Да, это же. Может, и потом они появились, а потом они убрали это. Лошадь может быть, нет? Трамвай. Ну, лошадь. Не может быть в античности трамвай. Ну, велик точно вряд ли. А лошадь. Хотя почему не может быть? Ну, в античности. Ну, давайте попробуем. Корабль? Корабль, я же говорю, корабль. Какой корабль? Все, переварцы могли проходить. Корабль, ребята. Мы уже начали, и пока ну, что сложно, пока честно. Что непонятно, но мы примерно предполагаем, что там. Вот, поэтому колесница у нас только на до колесницы. Да, считай, когда людей человек отвозит. Лошадь. Он вместо лошади был. Так, так. Ну, колесница не то, да? Я не знаю. В центре нашей исторической родины, значит, где-то в Армении. Что они обнаружили утром, встали и такие, опа, на точнее, 16 лет назад. Я был недавно, но я даже не знаю, что это. И они переместились в 13 век, ребят. Они это увидели, переместились в 13 век. Ну, это что тоже это? Старинное. Да, передвижение. Ну, колесница опять-таки. Ну, что там может быть? Какая колесница? Возница. Обновили, и сейчас его нет. Да, я так понимаю, это временно было установлено. Ну, первое задание сложное. Что? Сложно. Но мы пытаемся максимально пытаться. У нас есть варианты, но как будто бы они нам не подходят. Нет. Подсказки? Ну, давайте, да. Без подсказки у нас... Ну что, подсказки, нет? Или сразу на первом? А может, дальше будет сложнее. Ответ... Подождите, если мы сейчас скажем колесница? Этот... Какая разница, мы потеряем. Нет, карета, подожди, ну, колесница это конница и человек стоит. Файтон, да. Карета. Позже была, это с античности использовали. Потому что тогда карета. А, в Нахичеване есть ресторан файтон. Мы хотим взять подсказку. Давайте подсказку. Подсказка. Пожалуйста. Нет. Она так говорит, блин. Подсказка. Мы в Армении море. Мы думали, что это корабли, потому что сказали, что кричат свистать всех наверх. Ну а кто, ну, что это еще может быть? Пусть будут корабли, да. Если корабль, то... Корабль Киликия. Что? Корабль Киликия. Правильно. Киликия. Угадали. Ура. Почему же нам не пришло в голову, что это может быть средство передвижения на воде? Да, да. Ну вот нам подсказка помогла. Да, вот так. Да, без подсказки угадали, мы точно мы не будем. Мы молодцы. Итак. Даю вам карточку, которая необходима для определения локации. Возьмите конверт, открывайте и смотрите. Это локация, это ребус на сердце. Сейчас локации. На перемещение. В сердце города, где письма ждут, стоит особняк, как будто сна. Узнал секреты, что время несет. Сейчас здесь послание, радость и смех. Кто в нем жил, кто его знал, теперь в нем зал. Всем известный зал. Что за здание? Расскажи мне, друг, где прошлое встречает будущее. Вот тут театр, вот да, это он направил. Да, да. Еще раз, давайте еще раз. Как вам первая загадка? Ну вот это? Нет, нет, про корабль. Да. Ну я вообще думала, я вообще сначала... Нет, я сначала сказала корабль, но я просто не знаю, Ереван и корабль. Я потом докрутила, я говорю, Севан. И мы вообще забросили Сейн эту тему. Я не знаю. Да, ну в общем, короче, нужно все прям... Не так легко, блин. Первое, там, где люди рождаются, а второе вот такое. Мы неправильно идем. Я ничего не говорила, просто говорила. Подождите. Так, что она сказала? Она сказала, что мы нервничаем. У нас в любом случае вот так вот оно все. У вас есть до 30 минут. Это наша локация. У вас прошло 5 минут с первой локации. А, нам уже 5 минут. Мы спрашиваем, вот это место? Да. Нет, это не правильно. Ну, блин, просто лишний раз время потеряли. Туда надо. Да, это же бывший дом. Это бывший дом этого был. Да, это бывший дом этого. Как его?
Как это здесь можно было? Ты на дорогу смотри. Давайте, можем додок обнять. Да, это бывший дом. На втором этаже бывший этот его комната. А почему здесь письма? Этого, как его зовут? Письма. Письма ждут, потому что его на фасадах его есть. Ему писали письма, потому что, помнишь, нам рассказывали? Короче, мы решили, что вторая наша локация это вот. Да. Куратор. Не гони! Так, подождите, где письма ждут? Почта какая-нибудь. Ребят, уже не слышно, уже нет, то есть на тупое, и я думала сто раз два, как первое письмо, а тут вообще не так. Давайте спросим, которые здесь этот рассказывают. Реально, давайте у нас есть еще 4 площади. Там. Можно посмотреть? Давай. Мы взяли подсказку, потому что мы... Что объединяет совет и число, что в доме на улице? Ну чё, ребята, это подсказка. Что объединяет? Что объединяет? Она только хубит. Запиши. Совет и число, что в доме на улице. Совет и число. Совет. Прошлое и настоящее. Где совет у нас соединяется? И... Ребят, смотрите, самые старые особняки стоят около роддома. Особняк Попова есть, особняк... Как это говорит? Что значит вот объединяет совет и число? Число. Я не знаю. Число. Может, время какое-то. Где прошлое встречается с будущим? Да блин, ну это... Советы. Там было... Это нет. Какая-то администрация, наверное. Или же вот почта. Мы сейчас идем на советскую. Советскую не знаю какую, но бежать надо. У нас времени просто мало. Давайте спросим. Ребят, где почта на Советской улице? Где? Нашли у кого-то нашего. Вижу. Чёрт, писание. Советская, это... Видишь ритуаль? Да. Вот туда параллельно беги. Вот туда, вот туда. Это нам подземку? А? Подземку. Подземку, да. Ребят, ради... Из-за жалости вы должны нам дать эти баллы. Пожалуйста. Не дай бог мы опоздаем на минуту. И будет все. Скажи, пожалуйста, где эта почта? Да. Но наш ответ какой? Вот это? Ну да. Это правильно. Нет! Очень здорово. Слоя линия. Блин, как можно было не догадаться? Совет и число. Понятное дело, что это... Ну, сначала совет, было понятно, что почта, но мы не знали вообще, где здесь... Ну, вы как, товарищ? Я в каждый день на остановке выхожу. Вот. Такая подсказка мне карта. Пока что нам это ничего не дает, но... Это на передвижение. Кажется, я ничего не понимаю. 32/13. Советская 32/13. Да, давайте, пойдемте. А картами тоже нельзя пользоваться? У нас наше первое передвижение. Мы идем. Это непонятно куда. Но посмотрим, что там будет. Может, найдемся сначала на Первомайскую сходим? А смысл, если здесь, а Майскую чуть-чуть? Как ваше впечатление? Ладно, давайте. Для начала. Все нравится пока, но немного тяжело. Мы это еще только, второе задание, если что. Ну, я надеюсь, что мы правильно поняли, куда идти, потому что... Ты нам не говорят, правильно это или нет. Ну, сколько, на 6 человек, да? 5. Должно было быть 6, но один человек, мне кажется, просто не нашел локацию или потерялся. Обидно за него. Я не шарю вообще здесь, по этой местности, поэтому у нас есть Аида. Там, короче, на карточке написано «С днем весны и труда». Мы предполагаем, что это Первомайский, ой, улица Первомайская. Вот. Походу, мы что-то нашли. Кому там в гости. Ну, как будто, да, я буду пробовать. Какой-то дом. И что это? Потому что что-то неизвестно. Кажется, вот 32. 32. Может, на углу, может, туда? А там? Может, туда? Как будто мы что-то куда-то дошли. Давайте конечный ответ, да, нет? Да.
Да, ребят, мы дошли до точки. А наша точка – это дом образцового содержания. Да? Да, первая майская, 32/13. 10-я линия, все верно. Мы все прекрасно, дошли. Поздравляю. Ура! Второе задание. Я, да. Я передаю вам следующее задание. У вас есть 30 минут на его решение. Спустя время вы можете потребовать подсказку. Фу, я просто потела ужасно. Мы получим... Первая буква – это 17-й порядок в алфавите. А, точно, точно. Первая – 17-й. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 15, 16, 17. П. Петро, это Ф будет, да? А нет. Петро, чё? И. Н, блин, Л, М, Н. Это Н. Точно? Петрон. Ага. За сколько? 4 минуты. За 4 минуты. В натуре легенды. В натуре легенды. Вопрос номер 2. А, разгадайте шифр. Куда труднее себя судить, чем других? Это количество букв, а это ее порядок в алфавите? А, кстати, да. И, Игната, К, Л, М, Н, О, П. О, первая буква. О, подождите, 17. О, П, 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 П нужна. П нужна или да, АП? Да, да, П, П. Это слово какое-то? П. И... Это первая буква. Почти поняли, что делать, надеюсь. Ну, я начинаю. Мы примерно поняли, как это делать. Сейчас угадываем, это или слово, или предложение. 14. Петрони. Один. Гайдар, что ли? Гайматуни, это писатель. Петрони Гайматуни. Вот. Петрони Гайматуни, все. Да, это писатель. Угадали. Петрони Гайматуни. Просто быстро вот так. Петрони Гайматуни. Молодцы. Ура! Ура! Каких-то 7 минут. Да? Мы просто сейчас самый первый будем. Дай бог. Ну, надеюсь. Тут уже. Как мы угадываем, мне кажется, все будет. Надеюсь. Задание на перемещение. На перемещение. Чертова дюжина это 12. А, чертова 13. 32/13. С днем весны и труда. Давай первомайская 32/13. Бам! Господи, Петрони Гайматуни, я обожаю тебя. Мы недавно ездили открывать его звезду на Аллее звезд. 3 минуты. Это мы просто все. Да, поэтому прям должны быть здесь. Даем следующую подсказку. Это не подсказка, задание. Задание на перемещение. В сердце города, где письма ждут, стоит особняк, как будто в снах. Он знал секреты, что время несет. Сейчас здесь послание, радость и смех. Кто в нем жил, кто его знал, теперь в нем зал, всем известный стал. Что за здание, расскажи мне, друг, где прошлое встречает будущий круг. Что это за место? Вы думаете, что это дворец культуры вот это? Пойдемте. Там почта? Дворец культуры. Мы поняли, надеюсь, что поняли, какая следующая локация. Дом культуры, как называется, единого творчества, да? Или как? Да. Блин, единого? Дом народного творчества. Вот, дом народного. Единого. Народного творчества. Вот. Мы уверенно движемся на первые места. Вот, поэтому... Мне кажется, мы вообще прям прекрасно идем. То есть не быстро, не медленно. Мы подходим к дому творчества. Ой, к дому творчества. Вот. Надеюсь, мы реально угадали с локацией. Ну, как будто... Мы туда идем, но... Ну да, посмотрим. И вы неправильно угадали. Классно! Это не та локация. Думайте дальше или подсказка. Подсказка минус балл. Мы так и думали. Это было слишком легко, да. Да. Особняк. СДЭК нет? Я не знаю, что это. Есть СДЭК почта. Думаешь, давай сюда смотреть. Подожди. Это как-то связано будет? Может, там рядом что-то есть? Пришли. Что-то вы тоже, что-то не то. Конечно, что-то не то. Где СДЭК? А мы так думали. СДЭК там. Что-то не то. Везде музей особняки. Ну вот. Где красивый особняк? Еще? Особняк, да, может, какой-то там. Да. Выберем подсказку. Не уверены. Не уверены, да. Может, она как-то нам поможет, как в прошлый раз. Что объединяет совет и число, что в доме и на улице? Что в доме и на улице? Еще раз. Что объединяет совет и число, что в доме на улице?
Точно, это роддом, блин, назад идем. У кого-то выписка. Армяне. А мы... Да, кстати. Армянские песни. У кого-то выписка, а мы проходим квест. Даш, да, особняка. Вот это собрались на Воронеже. Короче, мы думаем, что это ЗАГС. Мы как будто бы нет. Я даже не понимаю. Куда мы идем? Это на Советской улице, мы не туда идем. Советы число, это улица Совет. Мы, походу, нас сильно похвалили. И мы не понимаем, какая у нас локация. Просто ходим вот так, потому что Ваня делает другие. У нас время кончается. Ну ладно. Посмотрим, что из этого выйдет. Почта, это давайте скажем. Почта, ребят, почта, говорим почта. Ну, почта, ладно, почта. Что не будет, это что почта. Мы теряем? Почта. Это радость и почта. Да. Это особняк Магдисеева. Почта? Да. Блин, ну, это почта. Я до конца не верила, что это почта. Потому что странно делать локацию как почту. Письмо получил. Особняк Магдисеева. А сейчас угадай. То, что мы должны сейчас просто тенек ответить. Давайте вот сюда, да, пройдем. Так, ребят, смотрите, тут я сразу говорю, здесь надо просто город назвать. Здесь да. Будет Хачкар. Это были типичные старинные армянские села с монументальными церквями в центре. Здесь и земля была не очень плодородная, и воды было мало, и местность казалась пустынной. Но там, где чувствовалось приложение рук землепаш, что пустыня была покрыта пышной зеленью, садами и огородами. Многочисленные путовые деревья явились источником шелководства. С чувством глубокой признательности за полученное удовольствие я расстался с этим живописным краем древней армянской провинции, которая носила название Гофтан. Угу. Ага. Это строчки из путевых заметок. Потому что ноги скрещены. Или почему она в кубике? Кирпич. Там буква К есть, мне кажется. Чего ты делаешь? 10 букв? Да нет, сколько? Там 5 букв. Там... 5 букв. 5 букв. Это буква К. Одна буква гласная. Гласная? Ну, просто так стоит. Одну букву. Стена. Что он делает? Покажи. Стоит у стены. А перед стоит этим какая... Гаудж. Гаджу? Гаджушка делает. Нет. У стены, правильно? Да. У стены стоит. У, значит, может, у. Джуга. Гаудж. Джуга. Джуга? Я поржала с него, но он прав, да. Смотрите, Дже. Это ваш ответ? Дже. Да. А, Дже, господи. Господи, да. Это ваш окончательный ответ? Да. Да, да, блин, да. Правильно. Дайте я заведу прикол. О, боже мой. Ну вы, конечно, и название, а можно, да, пожалуйста, предыдущая подсказка ребус такой? Город вообще. А, вот поэтому Г вот так у А. А, Г у А. У Г, А. У Г буквы А стояла. Ну вот это наклонная. Да. Так, Г пошло, давайте. О, господи, ё. Что это будет читать? В Западной Армении, в Ани. Если бы в музее хранитель, обратись. Если написано, что Азербайджан, да. Азербайджан, опять же, это... Нахичеван, Тахичеван, может быть, если Азербайджан. Да. Подождите, мы дошли до места, но теперь не можем угадать. Город. Что, да, какой город? Примерно поняли, но не до конца поняли. Мы думали, что Нахичеван, но конкретный город. Как хотите, давайте, я не знаю. Да, давай. Если поможете. Я. Так, что думаешь? Я. Ладно, ваш ответ. Жука. Жука? Вот ты сказала. Жука. Да. Не угадали. Какой город? Сами не поняли, как? Его это не сказали. Какой-то город мы угадали. У нас был кроссфорд, по которому мы угадали. Да, ребус, по которому мы угадали город. Итак. Это локация? Это локация. А, значит, это у нас река, волны, рыба. Рыба, значит, пожалуйста. Так, подожди, это значит... Напиши-ка... Ты? Рыба. Рыба, четвертая, да? Четвертая, но И. И, значит, последняя будет И. Напиши рыбы, а теперь вот эту часть. Это что, волна? Это волна солнца. Море рыбы? Это море.
Море рыб. Ну да, фишка. Есть же замок. Море... Нет. Капель, да, 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 вы нас туда, наверное, не отправили. Море рыб. Может, мы это типа поесть мы? Не, почему, если нас сюда отправили, то могут и отправить. Но море фишка, это вообще... У вас есть какой-то ответ, связанный с этим? Бей. Да, есть. Бей в навигаторе. Море рыбы. Ну это море фишка. А зачем тут солнце? Я отбиваю тогда море рыбы. Туда идем? Есть такое. Если есть море рыбы, то да. 8 минут. Все, идем туда. Блин, неужели вы реально нашли такое место? Море рыбы, что это? Я только море фишка знала. Я тоже думала море фишка. Впечатление. Нормально пойдет. Ребят, это жесть. Впечатление, самый сильный наш человечек. Сейчас быстро перемещаемся, на времени мало. Сколько у нас времени? Спасибо, Мэри! Мэри, дисквалификация команды! Кстати, да, их команду надо дисквалифицировать, я согласна. Наверное, мы в Роме идем, я предполагаю, я надеюсь. А, о, еще здравствуйте. И чё? Успехи. По-любому победа. Да, я как бы вот так вот, наверное. Вот так вот. Да. Всем привет. На какой вы локации? Мы не очень рады, что у вас все прекрасно. А у вас все не прекрасно? У нас немного были моменты тяжелые. Напряженно все, очень напряженно. Нужно как-то думать и ходить, и постоянно вот сомнения о том, правильно мы идем, неправильно мы идем. Я жалуюсь. Я думала, что все будет как вот с роддомом, что... У меня появились небольшие сомнения насчет нашей победы. Почему сейчас у меня вот так вот немного сомнений насчет этого возникли? Потому что я увидела счастливые лица вот этих наших противников. 12:48. Вы говорите, что это ваша локация. Да, да. Вы уверены в себе? Да, мы уверены. Да, ребят, это верная локация. Вы догадались первой попытки. Давайте это вообще что-то с чем-то. В чем моя легенда? 2, 3. В натуре легенда! Я поняла. Все, идем прямо и налево. Высота линии Мурлычева. Это угол есть. Давай. Угол есть. Пойдем. Давай. Ты просто резко. Прямо. Можно этот листочек? Блин, нам так повезло, что это с нашей командой. Это мы угадали за секунду, это сделала и нам просто... Ну, это не так, что это правильно. Ну, не важно, пойдем, видим. А дом какой? Типа 20-я линия и Мурлычев, наверное, пересечение, да? Да, здесь типа, здесь нарисован угол. Где мы встретились? Всем привет. Давайте идем, мы тоже не остановимся. Какие люди? Мы идем. Вот, встретились с нашими врагами. Мы не врагами, а соперниками. Идем. Я вижу там наших ребят. Сейчас посмотрим. Какие люди знакомые. Здравствуйте. 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 Как бы вот так вот, наверное. Вот так вот. Здравствуйте. Да, всем привет. У нас все прекрасно. Мы не очень рады, что у вас все прекрасно. А у вас все не прекрасно? У нас немного были. Как будто мы дошли, а не дошли. Вот. Мне кажется, на пересечении. Во рту. Так, зубов 32. Оттуда 16-16. Пиши О. Это 0. Вот так, типа. Словно. Нет, давайте я подскажу. Да, вообще ничего не понятно. Где твердый знак? Это ноль. Подобен Е. Твердый знак подобен Е. Как 11-й символ самому себе. В единстве. Это ваш окончательный? Да. Жесть, это что такое? Ура, боже мой. Сила в единстве? Ура. Господи. Видите, у вас уже получилось. Ждем. Давайте. Газуйте. Один час. Нет, не получится. Там какое-то странное слово получается. А может это по-другому? Ну, а зачем не вот знаю, эти цифры? Геометрия, не знаю. Ой, буква уже стоит. Минут 15. Пытаемся угадать. За что это? Что-то непонятное. Вот. Пока что все плохо. Но, наверное, два слова.
Первое слово. Ну да, словосочетание, Ну да. Ну что, плохо. Сколько вы? Мы опять встретили наших соперников. Нет. Ну. Мы сделали это же. Мы решали так полчаса. А четвертое задание я вам озвучиваю сейчас. Это задание будет на перемещение. Да, слушайте внимательно. Эрибуни разделены единицей и семеркой. А, сейчас мы, короче, направляемся в сторону Ереванской улицы. Ереванская 1/7. Мы решили, что это наша локация, потому что подсказка была Эрибуни разделенная единицей и семеркой. Честно, за голова все. Вот это вот с симметричными буквами зеркальными. Было сложно, мы все уже немного подустали, физически так, но это здорово. Ну что, вы думаете, что это будет успех? Вы уверены? Да. Да. Ереванская 1/7. Мам, дай быстрее, пожалуйста. На самом деле мы это место просто вторым еще, когда на втором задании были, просто сделали. Это, наверное, я думаю, что... Она нас задерживает. Наверное, это локация. Да. Легенды. Так, теперь я вам даю другое. Рыбары. 4 равно 4 буква «ы». Рыбный магазин, ребят. Если они так говорили, есть об этом? Нет, давно уже нет. Может, рыбный отдел? Запишем, что это такое. Рынок. Рынок? Да. Может. Идем на рынок. А море? Это непонятно что. Дальше, давайте запишем. Море. Рыба. Просто море, рыба. Рыбы, море, рыбы. Здесь именно четвертый. Есть магазин море, рыбы? Да, есть такое. Ну, пойдем. Пойдем? Да. Мы что-то угадали, но... Посмотри, где это находится. Как будто это где-то там. Или вон там. Я где-то это видела, но не помню где. У нас мало времени. Бегать с вами. Мы дошли. Где есть? Мы кого-то потеряли? Нет, все. Дальше пошли. Ура. Мы дошли. Да. Море рыбы. Легенды. Так, теперь я вам даю другое задание. Давай, открывай время. Тайм. Последнее, да? Нет. Пятое? Это пятое, да? Предпоследнее задание. Ребята, давайте. Мы должны прям на время. Давайте на время. Давайте. Если мы купим больше 10 секунд, все. Да, больше 10 секунд. Там, где локации, там вообще думать не надо. Вы заметили? Совет число просто советское. Эрибуни 1/7 просто ереванское. Но это не всегда так. Море рыбы, просто море рыбы. Просто море. Не, серьезно. Не, ладно, с почтой было сложно. С почтой вообще сдохнуть. Деятельность была тесно связана с армянским движением. Он боролся за землю и волю. Его творчество оказалось огромной общественной мыслью. Уроженец Нахичевани похоронен в церкви Сурбхач. Подождите, церковь Гарутюн названа в честь Гарегина НЖД. Церковь Сурбхача похоронена, не знаю, давайте Гарегин НЖД. Нет, он не... Уроженец Нахичевани. Вообще нет. В смысле? Нахичевани на Дону? На Дону. А, все, мимо. Вот этих армянских детей, это только на Алдангане. Там несколько лет назад его, ну, типа, потомки приезжали туда, очень быстро пела, танцевали, пели. Ну, там... На Алдангане. Да. Мы отгадали дальше. Сама армянка из нас, да? Вообще позорище, ребят. Просто позор. Ну что, бежим? Да. Ура. Мы, кстати, очень много угадали это. Мы подходим к финишу, наконец-то. Последний задание? Да, дальше будет финальная. Блин, я умираю. Это дождь в начале. Да. Вот знаете, такая говорила, все, устала немного, то все. А сейчас последнее задание, блин, сила как-то да. Да, даже грустненько. Ну не, на то. Ну, финальная точка это будет на площади Карла Маркса. Мне тоже кажется. Я тоже так думаю. Финальная точка будет или 4 площади, или ОДНТ Карл Маркс. А мы дошли? Подсказку? Да. Это не ваша локация. Да, это наша. На углу, где мурлыкают коты, дома стоят, как в сказке мечты. 20 – это номер, не забудись.
менее рядом, где счастье и жизнь. Что это за место, узнай не ленись. Да, блин. Мы ж не дошли, зачем мы взяли? Эребуни, разделенный единицей и семеркой. Ереванская, улица 1/7. Идем, значит, 340. Да. Мы, походу, подходим к последней локации. Радостно. Уже все, да. Да. Но я еще понимаю, что нам еще надо с карточками что-то угадывать. Это тоже такой моментик. Давайте сейчас конец принять. Ну, в любом случае, конец, мы сделаем. Да. Мы здесь не ради победы. Но мне мы ради участия. Мы здесь ради победы в Кармине. Нет, мы тоже. Мы тоже ради победы, но чтобы потом не было так, если что, обидно. Мы ради участия. Ну, как будто бы мы тоже не первые. Потому что в других командах тут есть такие сильные прям гении. Мы решили сократить путь и идем через Нахичеванский рынок, вот, чтобы быстрее было. Здесь всего вкусного. Здесь еще вкусно пахнет. Да, здесь просто все вкусно пахнет. Везде еда. И такая. Мы продали. Подождите. Какие спасибо. Вы решили? Спасибо. Мы разгадали последнюю загадку. Это была фраза Гарегина Нужде. Родина живет патриотизмом и умирает из-за ее отсутствия. А потом Блин, это будет 100% площадь этого. Площадь Карла Маркса. Что мы тут видим? Сейчас мы на последнем этапе, где надо найти. Надо найти место, куда должны мы пойти. И забрать наш приз. Энна дуэль. Бакунина. Маркса? В что Лондоне что? Маркс на дуэль, поскольку Бакунин русский шпион. Еще так. Бисмарк никогда не говорил о нем. Этот бухгалтер. Бухгалтер Маркс мог быть бухгалтером? Да, он, да. Он площадь, капиталист. Площадь Маркса. Да, он капиталист. Блин, капец. Я знаю, что может, побежим? Думаете, точнее, Карл Маркс не капиталист, он наоборот социальный коммунист. Где? Еще 4 команды, которые точно так же проходят. Блин, давайте реально побежим, а? Все, мы последний рывок у нас, и мы должны выиграть эту игру. Мы идем, когда цели, мы не видим преград просто. Последний конверт. Ура! Ура! Все, думаю, самое сложное, поэтому заранее не пойдем. Да, сейчас будет, мне кажется, самое трешовое. Потому что это воздушно. Все, мы родина живет патриотизмом, умирает из-за отсутствия. Из-за его отсутствия, что тело без души. Молодцы! Ура! Ура! Сейчас выйдет паспорт тексты, какие-то стихи, все. Мы это складываем, кроме задания. Пишпом и пища самая простая бывает за твоим столом, да, где даже твоим покоем, да, вот это вот. И сложить то, что их объединяет и является финальной локацией. Екатерина! Вот этот дом, который... Да, Ломоносов написал Екатерине II, да. Вот это посвящено... Екатерине, разве не Елизавета? Екатерине, да, вот это он да, писал же? Да, у нас все равно же. Вот... Да, да, Екатерине II, точно. Да. И это вроде она, да? А при чем тут евреи? Возможно, она их тоже перечислила. Площадь Екатерины II есть у нас? Она была раньше Карла Маркса. Пойдемте туда, все. Ну, там... Карла Маркса, пошлите. Но именно куда? Пошлите. Ну, где Карл площадь, Маркс, ладно, может, да. Может, самому памятнику? Можно да, туда. Давайте. Куда первыми прийти? Хотя, мне кажется, что мы не первые. У нас последняя локация, и мы очень быстро угадали. Свечка. С помощью картинок. Вот. Не, наша проблема была то, что мы состряли посередине, на четвертом задании, кажется. Главное, мы добежали. Привет. Мы нашли. Что, я вас поздравляю. Спасибо. Ура! Ура! А мы? Да. Первые! Мы еще все прошли. Что теперь? Ну что? Ну что? Мы победили. Как вам? Хорошо. Ари! Это мама ура! Ура! Боже, ура! Вот и наши люди. Мы задержались, остановились, начали хлопать, радоваться. Нет, это сильно рады вас видеть. Короче, мы решили устроить. Пойдемте быстрее. О, наконец-то. Мы решили пранкануть 3-4 место. Они будут так радоваться, и мы такие выходим. Ой. Блин, как так мы проиграли, блин, как же грустно.
Всем привет! Hello! Мы первые. А мы вас пранканули. Не говори. Мы не самые первые. Не надо. Можно просто все команды. Все, спасибо, не поздравляйте, не поздравляйте. Спокойно. Не поздравляйте, не поздравляйте. Мы дошли. Нас обманывают, мы будем драться. Мы за справедливость. Ребята, первая команда, которая пришла. Это команда Армине Газлян. Да. Мы вам сделали сюрприз. У нас две команды. Это был лицепранк. Просто лицо стоит. Команда Норе. Подожди, мы что, даже не вторые, что ли? Команда Армине Газлян, поднимите руки. Да, мы вот. Третий, а кто третий пришел? Две команды уже здесь было. Третий, а кто третий пришел? Мы по-любому, да. Мы обогнали. Вся команда обогнали. У нас, да, мы, потому что никого не бросали. Команда, баллы считаете? Команда пришла. Где ты бежал? Баллы считаете? Баллы считаете? Будем считать баллы. Третье, четвертое место. Ладно, давайте. Третье место. Автоматически. Да 100% у них. Я начал всех обгонять. У них были задания легче, я считаю. А, у нас два третьих места. Одинаковое количество баллов. Последнего места нет. Жестко. Первое место. Куратор Армине Газлян. Да. Поплавка. Молодцы. 5 минут. У нас мы вас пожалели. Пришла команда куратора Наре Мадаян. Наша игра подошла к концу. Спасибо, что досмотрели. Если вы хотите больше новых видео, оставляйте комментарии под этим роликом. До новых встреч! Так. Говорю что-нибудь. А у тебя... Покажи френчик. Я нервничаю, давайте быстрее. Людей просто бежит. Еще одна. А, вон тоже бежит. Поэтому Г вот так у А. А, Г у А. Козёл. Администрация, наверное. Или же вот почта. Я не знаю. Слово администрация при мне не называют. Ладно. Это не подсказка, она там работает. А вы где? А вот я не знаю. Нет, скажи, где скажу я? Я не знаю. Боже. Что ты делаешь? Мы дошли! Вы нас обманывают, мы будем драться! Ну, нет, мы обогнали! Вся команда! У них были задания легче, я считаю. Чтобы мы прям круто сыграли в этот квест, и если есть соревнование здесь какое-то, чтобы мы выиграли. Да мы 100%! Одинаковое количество баллов. Это видео.